Всем привет, дамы и господа. Добро пожаловать обратно в Planet Crafter. У меня тут намечается метеоритный дождь опять. Вот даже валилось в мою базу. Как это так произошло, не ясно. Как же это громко. Так, у меня тут есть флоростенды. Я одно помещаю вот это. Второе, окей, пока пусть будет вот это. Там у меня флоростенд работает с моим серьезным самым цветочком. А вообще, почему бы не поставить и третий, да, если у меня хватит ресурсов. Два льда, магний, кремний, железо. Так, у меня ничего нету, окей. Как все страшно-то. Кремний. Магний. И два льда мне надо найти. Хочу уже ускорять терраформирование прям по максимуму. Льда мне надо побольше. У меня нет воды. Мне хочется пить. И сейчас я еще настрою сундуков, чтобы все это добро к себе закинуть. Вот вроде все утихомирилось. Так, сейчас я вот это вот... А, инвентарь полон, окей. Так. Вот сюда. И еще один флоростенд. Воткну, а может быть даже и два. Может быть даже и два. Так, ну куда ты опять вылез? Хорош махать руками. Давай, флоростенд, флоростенд Т2. Опачки. А еще один хватит, магний, кремний. У меня же были магний, кремний, магний, кремний. Магний, магния нет, окей. Не проблема, тут магния дофига валяется. Магний есть. Максимально, просто максимально ускоряемся. Так, флоростенд. Окей, вот сюда еще один влезает. Вроде как электричества тоже у меня хватает. Сюда цветочек, опа. Сейчас я, значит, сбегаю на ту баску. Я даже вырежу момент моей пробежки. Обезвоживание, понял. Что у меня по льду? Льда у меня нету. Идем за льдом. Я вырежу время своей пробежки на ту базу. Это уже не столь значительно. Я там по пути особо ничего делать не буду. Не то. Главное, буду показывать, что я делаю на этой базе. Либо если куда-то пойду в интересности. В интересные местечки. Вот, собственно, такое. Не знаю, как долго буду снимать эту игру. В принципе, если она не так заходит, то я и сам в нее неплохо поиграю самостоятельно. Если вы все-таки хотите, чтобы я ее снимал, что-то показывал, то, конечно же, скажите об этом. Я это обязательно учту и продолжу снимать в полном, так сказать, объеме. Так, сразу вот так вот раз сундук. Два сундук. Сюда мы все... Так, вот воздух я два оставлю. Чип я с собой возьму. Еду я ем. Ткань, алюминий. Это все я скидываю. Воду попить. Я думаю, воду можно скинуть. Еду скинуть. Это скинуть. Вот такой комплект я с собой возьму. Ну и побегу на ту базу. Как туда приду, там и увидимся. Так, значит, вот я пришел на базу. Здесь у меня все экранчики. Все работает. Вот мой цветочек. Его бы я на самом деле отсюда-то забрал. А хотя вот у меня есть еще семя лирмы, баклажаны. Давай я вот этот отсюда заберу. Я его перенесу на свою базу, этот... Хотя зачем? Давай я вообще вот эту разберу фигню, да?
разобрать. И сейчас я просто поставлю сюда улучшенный. Улучшенный, чтобы поставить. О, чертеж баллон Т3. Красота. Кремний, нужен один кремний. Кремний, кремний, кремний есть. Я сюда просто воткну вот такой вот флоресцент Т2. И вот этот цветок туда закину, а этот отнесу на свою базу. Далее. Электричество, что у меня доступно? 0,7. Надо ставить еще солнечные панели. Чертежик мы расшифровываем. Скорость добычи Т3. Что надо для баллона Т3? У меня же Т2 баллон, да? Баллон Т2, да. Железо, титан, кремний, магний, алюминий. Железо, титан, кремний, магний, алюминий. Так. У меня тут ничего нет. У меня... А у меня ничего нету. Железо, титан, кремний, магний. Сейчас я это все наберу. Вот, наверное, вот там вот. Железо, титан, кремний, магний, алюминий. Так, так, вот оно. Кремний. Титан. Так. Магний. Железо. Вот, все есть. Можно набрать. Железо, титан, кремний, магний, алюминий. Да, все есть. Все есть. Сейчас я это быстренько заделаю. И буду дольше ходить, бродить. Ничего не бояться. Кислородный баллон Т3. 280 кислорода теперь у меня. Так. Это я взял, это я взял. Наверное, вот это я тоже бы забрал. Суперсплав заберу. Получается, и алюминий заберу. Сделаю. Вода, вода, бутылку сделаю. Вот семя лирмы я бы тоже на самом деле забрал. Может, даже я лед пока скину сюда. Семя лирмы одно есть. Тут у меня пусто. Кабачки у меня там есть. Я заберу семечки лирмы отсюда. Остальное пусть пока тут как есть, так и остается. Все, побежали обратно на базу. Там и увидимся. Все. Дошел даже на половине кислорода. Никуда не забегал. Ни в какие домики свои дополнительные. Это я все выкладываю. Семечки лирмы я выкладываю. Растение я ставлю вот сюда свое. Чтобы быстрее шло. И надо поставить мне еще обогреватели. Обогреватели буду ставить уже сильные. Вот такие вот Т2. Я бы хотел, наверное, знаете что, поставить вот сюда лесенку. Лесенку, лесенку. Где она у меня, лесенка? Вот такая внутренняя. Это надо мне железо. Одно, иди сюда. Это я вот сюда, вот в уголок ставлю. Вот такую. Оп. Ну, ладно, вот так вот. В самый уголочек вот сюда. Вот так вот раз. Ставлю лестницу, чтобы попадать на поверхность. Воду попили. Еду, еду у меня мало. Окей, пока не буду, ладно. Все равно она по половине только восполняет, так что поем. Мне понадобится. Раз, два, три. Раз, два. Так, наверное, возьму больше сразу же, чтобы там все смочь построить, то, что мне надо. Четыре, где у меня еще есть железо? Железо мне, походу, придется бежать за железом. Вот я все железо, что у меня есть, забрал. Взобраться. Это я вот сюда, получается, взобрался наверх. И сюда я поставлю еще один
Так, еще один жилой отсек. Вот так вот он, да? Жилой отсек раз. И сразу же вот сюда вот жилой отсек 2 пойдет. А хватит мне на третий. Было бы замечательно. Хватает, отлично. Может быть и на четвертый. Потому что я сейчас все застраиваю и бегу. Получается, все, железо кончилось, титан закончился. Я все отстраиваю и бегу за железом. Получен солнечная панель. Это очень вовремя, потому что я сейчас планировал застраиваться панелями. Вот у меня уже пароход получился. Свой жилой отсек. Для начала, чтобы шло терраформирование, опять же, быстрее. Или у меня не хватает железа, да? Не, как раз одно железо, титан, алюминий, кремний есть. Два иридия я возьму. Так. Титан и два иридия. Титан и два иридия. Два иридия. А титан у меня кончился. Ладно, у меня здесь вокруг титана дофигища. Берем титан. Сразу вот здесь вот еще заберу. И пока, наверное, ставлю вот в этой комнатушечке. Я вот, собственно... Это у меня ящики для хранения. Надо это все перетаскать. Я этим займусь попозже. Это мне надо будет все перенести на свою баску. Пока я кладу это все вот сюда. Просто я освобождаю местечко для того, чтобы поставить сюда вот этот вот самый обогреватель. Обогреватель-нагреватель. Пока стой здесь. Нехватка энергии, это я разберусь самостоятельно. Самостоятельно, наверное, да. Так, ящик для хранения. Это я все понесу сейчас. Сколько для начала стоит у меня... Ага, ну она стоит недорого. 2 кобальта всего лишь. 2 кобальта я сейчас найду и при вас воткну. Чтобы показать, инвентарь полон. Давай пока это титан выброшу. Вот это вот. Вот так вот, да. Как это будет выглядеть? Куда это будет выглядеть? И где это будет выглядеть? Железа тут нету в округе. Ну и ладно. Я это все равно все буду перебирать. Так что я пока ставлю куда попало. Вот, к примеру, вот эту антенну тепловую я воткну прям вот здесь вот. Опачки. Чтоб все у меня работало. Чтоб все было замечательно. Терраформация шла. Все. Вот так вот я делаю и отправляюсь за железом. Предварительно вот это все отнесу в свою базу. Все. Увидимся, когда я натаскаю сундучок железа, получается. Да, я тут все бегаю, бегаю. И, кстати, один раз уже умер. И умер из-за голода, потому что мне нечего есть, я совсем забыл. Я совсем забыл, что мне нечего есть. У меня здесь, по-моему, был, ну, пожалуйста, есть один сухпайок. Блин, и у меня на самом деле намечаются нехилые такие проблемы. Мне придется перекладывать железо и все, что я насобирал. И искать, отправляться. Еду. Еду искать. Я не думал, что у меня будут такие проблемы, но похоже на сложном уровне. Увеличенное потребление пищи, еды и воды. Ну, собственно, да, я это читал. Я об этом забыл. И нам надо бежать искать еду. Попутно буду собирать опять-таки железо. Я не был вот в той стороне. Надеюсь на какие-то сундуки, в которых будет хоть чуть-чуть пропитание. Погнали туда. Придется немного отложить. Отложить мои поиски железа. Терраформирование тоже отложить. И вот, кстати, 2 сухпая. Это уже... Это уже хорошо. Лед, наверное, тоже возьму. В крайнем случае переработаю. Но этого мало.
Надо мне еды больше. Где тут еще могут быть сундуки? Да где-то могут быть. Кстати, тут очень много железа в этой местности. Я могу его здесь потом приходить собирать. Баллона мне хватает надолго. Кстати, с собой-то у меня есть баллон. С собой есть баллон воздуха, это хорошо. Возможно, мне его хватит где-то что-то оббежать. Если там вдруг увидите сундучок, обязательно говорите, я могу пропустить. А мне это, как оказалось, жизненно необходимо. Кстати, тут пока я бегал, умирал, мне открылся новый экзоскелет. И, по-моему, двухспальная кровать. А вот, кстати, сундучок. Кислород у меня заканчивается. Не беда, вода есть, еда есть, замечательно. Это я беру, семена я беру. Бежим дальше. Внимание, мало кислорода. Ничего, у меня есть кислород, все нормально. Все нормально, баллон заполняет мой кислород на максимум. То есть надо терпеть до предела. А вот теперь все как бы. А вот теперь надо бежать быстро. Что это тут такое началось? Я бы тут, конечно, задержался и поисследовал это все. Но у меня так мало времени на самом деле. Так, здесь вон сундук вижу. Какая-то антенна. Так, кислорода нет. Плохо. Чип. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, надо бежать на базу. Надо бежать на базу. Я слишком много всего набрал. То, кстати, я мог разобрать. Может быть, я по пути встречу еще какой-то сундук и смогу найти в нем кислород. Потому что я побежал куда-то далеко. Хотя не, вроде вот эти вот уже были видны. О, там какой-то корабль. Большой, огромный. Туда мы обязательно сходим. Кислород, кислород. Вот сундук. Что-то страшное тут находится. Тут ничего, кроме алюминия. Мне оно не надо. У меня сейчас другие совершенно проблемы. Что это загудело? Что это такое страшное? Почему тут так темно? Еще корабль. Кислород заканчивается. Печально. Сундук. Может, там кислород есть? Кислорода нету, блин. Зачем я взял еду? Я могу сейчас умереть. Но я уже очень близко. Ну, пожалуйста, добеги. Нет, я не добегу. Я не добегаю. Так, все. Все, все, все. Сухпай выкинуть, 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 выкинуть. Чип выкинуть. Ну все, я помер, я помер. Но я успел что-то повыкидывать, хотя бы самое ценное. А самое ценное у меня еда. Так, это последняя комната, где я находился. Так что я беру с собой мое железо. И на всякий случай кислородную капсулу. Ну и отправляюсь на свою баску. Собственно, там и увидимся, да? Получается, да. Тут я все забрал. Вот так вот. Все, я добрался до своей базы. Так, открыть ящик. Мне надо попить, во-первых. Вода у меня-то хоть есть? Вода есть. Вода есть. Мне теперь надо скинуть все мое барахло. Сундуки. Так, ладно, пока вот это забираю. Это скидываю. Куда попало просто. Ну хорош, кривляться еще будет. Мне вот сейчас вообще не до этого. Лед тоже скину. Просто побегу. Где-то там моя еда. Где-то там должна лежать моя еда. Я там успел повыкидывать кое-чего. Суперсплав. Я же чип выкидывал. Это же я выкинул.
А ни еда, ни чип не сохранились. У меня проблемы. О, золотой сундук. Ну, это, конечно, замечательно. Но еду, дайте мне еду. Ладно, я хотя бы это отнесу. Но почему? Почему? Я же выкинул чип, выкинул. Выкинул еду, голод. Я знаю, что у меня голод. А что я сделаю? Мне нечего есть. Я же выкидывал кобальт. Это не мое. Как так вышло? Алюминий. Беда. Что за беда? Чертеж бур 2. Ну это хорошо, я понимаю, это замечательно. Только мне нечего есть. Я постоянно умираю. Так, это все я складываю. Точно еды нет. Сюда. Тут нет. Но мне даже нет смысла куда-то идти. Мне просто надо ждать, пока я откинусь и бежать искать пищу. Золотая статуэтка очередная. Семечку могу поменять. Вот на... Не, вот на эту красную, да? Вот так вот. Ну, как-то так. А это что, 300? 300 я могу поменять тоже на красную. Вот так. Будет быстрее хоть как-то идти. Что за проблемы у меня начались? Почему так? Вот я же выкинул. А почему там чип не выкинулся? Я же нажимал. Стоп, еда. Окей, окей. Я буду жить. Я буду жить. Беру максимум кислорода. Вот так. И бегу просто, сломя голову на корабль. Мне нужно найти там еду. Да, какая-то напряженная серия, прямо жуть. Главное, я собрал с сундуков еду, и она вся у меня уничтожилась. Так, давай, у меня очень мало времени. Очень мало, я даже, наверное, не буду набирать ресурсы, я просто буду искать еду. Просто чтобы выжить. Так, еды нет. Еще дальше ищем. Железо, я тут был, что ли, уже? А, ну я вот туда не ходил. А, разборка. Ну вот это, конечно, хотелось бы разобрать. Но если я умру, опять же, я все потеряю. Так, есть еда. Тогда я забираю вот это. Чип забираю. Это я вот это вот забираю. Но этой еды мало. Этой еды очень мало. Это мне еще, ну, минут на 10 прожить, да? Я даже ее могу прямо сейчас съесть. Этот сундук я проверял вроде, да. Беда, это значит, еду я ем. Полная еда. Воду пока не пью, кислород заливаю. Так, это выход. А тут что ли нет больше ничего? Я думал, он как-то больше. Туда. Сюда ходил, туда ходил. Да. Здесь все. Бежим тогда. Получается, туда. Я вижу там сундук. Идем открывать сундуки. Алюминий растет. Понял, здесь можно собирать алюминий. Замечательно, еда. Еду я съел. Вот же я, дебил. Блин,
Окей, ищем дальше. Ищем дальше. Больше делать нечего. Тут уже очень темно. Я думаю, надо включать фонарь. Вот еда. Это я скидываю. Это я беру. Алюминий я бы тоже взял. Воду можно выпить. Наверное, надо идти к базе. Наверное, надо идти к базе. Фонарь. К базе и сюда возвращаться с утра. Это что, я тут смотрел? Да, я только что тут был. Я, по-моему, заблудился. Этого еще не хватало. Темень вообще кромешная. Я не вижу даже, куда иду. Куда-то вроде иду. Как будто бы вот здесь выход. Да, вон выход. Блин, я не думал, что такая будет серия сегодня. Я вообще хотел тихо, мирно расстроиться и сделать терраформирование нормальное. А тут вот оно как пошло. Да, зачем я капсулу применил? Но это я уже как-то от безысходности. Просто теряюсь, что мне делать. Вообще беда. Я вот там спокойно строился и даже не переживал, что у меня еды-то может и не хватить. А вот оно как пошло. Мне надо сложить ресурсы. Мне, походу, опять надо ставить сундук. Сюда я вот это закину. Вот кабачки. Вот это. Мне надо поставить стол, чтобы я мог уже изучать чипы. Да, дела, ребята, дела. Давайте, давайте ставить стол. Хоть немножечко тут расстроимся. Хотя я и так уже расстроен. Но расстроимся еще чуть побольше. Стол я поставлю вот здесь. Здесь у меня будет основное. Основное мое хозяйство. Так, может даже два стола поставлю. Два стола. Влезет два стола? Нет, два стола не лезут. Если только вот так вот их чуть-чуть отодвинуть. Окей, давай отодвинем. Этот мы убираем стол. И его вот так вот ставим. Почему еда с неба не падает? Вот это было бы прекрасно. Так, мне надо поставить... Да мне надо все компьютеры сюда ставить. Экран чертежей для начала. Это кремний. Опять метеоритный дождь. Так это мне пока не понадобится. Где тут кремний? У меня есть вообще кремний? Кремний. Есть кремний. И титана возьму вместо вот суперсплава. Вместо алюминия возьму... А вместо вот этого зеленого возьму магния. Так. Экран чертежей. Так вот его поставлю. Далее экран прогресса. Кобальт. Кобальт. Есть у меня кобальт? Раз кобальт. Нету. Два кобальт. Экран прогрессу. Прогресса. Ну, давай вот по центру, окей, вот так вот. Экран прогресса. Пустыня, голубое небо, 27%. И что мне еще необходимо? Мне, наверное, необходим... Ну, хрен с ним, давай... Да не, не будем ставить лишних экранов пока. По необходимости. Чертеж, угол жилого отсека. И что же у меня есть? Воду сразу беру. Это я скидываю. Беда, беда, беда. Так, для начала, где у меня верстак? Вот верстак.
У меня открыт экзоскелет. Алюминий, кремний, титан. Сразу делаем. Титан. Алюминий. Кремний я куда-то сюда кидал. Или у меня его нет. Окей, без проблем. Алюминий, кремний. О, шкаф, то что надо. Вот шкафы — это вообще имба. В шкафах очень много места, железо тоже возьму. И они просто необходимы. Это самое важное вообще, что может быть для склада. Шкафы просто must have. Так, кремний. Мне нужен кремний, много кремния. У меня он кончился совершенно. Пока еда у меня есть, как только будет наполовину, и схаваю последний паёк, надо бежать добывать. Инвентарь полон. А чем он у меня полон-то? Вроде все нужное. Да, прям какая-то дичь. Флоростенд Т3. Но это уличный. Это я уличный знаю, вот по этим ножкам я помню. Пока мне не до уличного, к сожалению. 51, кстати, небо, смотри, уже совсем беленькое почти. Цветочки мои работают. Так что я хотел? Я хотел разобрать сундук, построить шкаф. Складское помещение у меня будет где-то. Давай пока вот здесь поставлю. В принципе, тут удобно. Так, зачем я собирал? Я этот... Экзоскелет. Экзоскелет есть, он поставился. Дал еще слоты, хорошо. Это я сейчас забираю. Не сюда. Пока скидываю просто куда попало. Опять же, потом я вот все ждал вот эти шкафы, когда у меня откроются. Чтобы настроить шкафов и под каждый ресурс сделать свой шкаф. Чтобы потом не бегать вот так вот, не искать. Начнем отсюда. Вот у меня. Оп, оп, большой шкаф. Вот сюда вот максимально к стеночке. Сделано. Пока скидываю сюда все вот так вот. Потом пересортирую, когда будет на это время. Время у меня будет. Насчет этого можно не волноваться. Времени у меня будет полно. Но только не сейчас. Потому что сейчас у меня... Из-за того, что совершенно нет ресурсов, нету еды, времени у меня тоже, как оказалось, нет. А я думал, что у меня его много, честно говоря. Воду отсюда заберу. Так, воду как раз надо попить. Еда еще есть. Слушайте, может сейчас сгонять... Пока есть время, опять-таки, за хавкой. Так, новый бур Т3. Или два бура воткнуть вместо тех. Давай буры воткнем, чтобы терраформирование шло. Чем быстрее я сделаю терраформирование, тем быстрее я открою производство своей еды. А, бур. Что надо на бур? Два железа, два титана, два алюминия. Без проблем. Без проблем. Два титана. Это четыре титана, четыре железа, четыре алюминия. Четыре титана, четыре железа, четыре алюминия. Четыре титана есть, четыре алюминия есть. Четыре железа. Четыре железа. Или, может быть, сделать три бура. Но у меня встанет электричество. Хрен ты с ним. Пусть встает. Шесть железа. Шесть алюминия. Шесть титана. Вот так. Еще те разберу. Там тоже что-нибудь вывалится. Так, это сразу на разборку. Так вот, раз. Это все вывалилось. Ничего страшного.
Так, бур Т3. Давай. Куда ты покатилась? О, давай вот эту вот породу. Круши. Вот так вот будешь у меня. О, пошло. Пошло. Вот это мы тоже разносим. Будет горку вот эту мою добывать. Так, вот это. Ну окей, давай вот в эту сторону сделаем. Или все-таки в ту пусть будет. Пусть будет в ту. Пусть дуют все туда. Сюда вот. Все, энергия у меня сдохла. Они много жрут энергии. Но это ничего. Мы это поправим. Вот тоже. В горку ту напихивай. Следующее, что я хочу сделать. Я хочу сделать... Почем там у нас антенны? Вот эти вот солнечные панели. 2 кобальда, алюминий, кремний, магний. Магний, кобальт, кремний. Так, алюминий. Это на 2 я, наверное, сделаю. 2... 4 кобальта, алюминий, кремний, магний. Это пока скидываю. Да, кремний. Это 4. У меня кобальда нет. Кобальта нет. Кобальта нет. Вот кобальт. Кобальт. Надо 4 кобальта. Это да. Это. И главное, что пока стоит у меня электричество, у меня не идет и терраформирование. Вот что самое-то печальное. Поэтому его надо максимально быстро восстанавливать. Нет терраформирования, нет прогресса. Доберу тут по пути что-нибудь еще, что мне может пригодиться. Кстати, мне пора отправляться за едой. У меня еда перевалила за середину, а это значит, что у меня остался ровным счетом ничего. Ничего у меня не осталось. Так, взобраться. Вот отсюда я пока сделаю наверх лестницу. Это у меня... Стоп, не то. Погоди, это гидропоника. Это гидропоника, это моя еда. У меня открылась еда, что я туплю-то? Вот же, модуль гидропоники. Так, окей. Так, сюда. Здесь я пока выставляю, вот начиная отсюда я выставлю. Да не, я прям вот здесь вот начну лепить. Солнечная панель, железа нет. Понял. Железо. Сколько железа надо для солнечной панели? Хватит мне железа. Надо теперь 3 солнечной панели. Это 3 магния, 3 кремния, 3 железа, 3 алюминия, 6 кобальта. 6 кобальта есть, 3 есть. Нет железа. Ну, короче, понятно. Не хватает. Не хватает, сделаю попозже. Так. Сюда раз. Все, электричество восстановилось. Мне на гидропонику тоже надо достаточно много энергии. Железо, магний, алюминий. Поэтому я сразу еще одну антенну воткну. Железо, магний, алюминий. Хрен с ним, что помру. Алюминий. Главное сделать вот это все. Железо, магний, алюминий. Вроде магния нет. Магния нет. Магния нет. Магний.
Так. Так. И сразу еще одну вот сюда втыкаю. С запасом будем делать. Вот так вот раз. Все. Пошло дело. Стеклянный пол, потолок. Не знаю, зачем мне нужен стеклянный пол. Антенна связи. Это замечательно, но мне пока и с собой-то связываться не очень хочется. Экран связи. Еду кушаю. Водичку пью. Теперь модуль гидропоники. Модуль гидропоники, куда я его хочу втыкать. Здесь у меня цветник. Модуль гидропоники. Давай пока вот сюда вот воткну. Этот бы сундук я убрал на самом деле вообще. Он мне больше не нужен. У меня есть шкафы. А что мне нужно для модуля гидропоники? Давайте смотреть. Ох, я уже немножко спокойнее себя ощущаю, что у меня он открылся. Алюминий, железо, бутылка воды. Но все равно это не конец. Модуль гидропоники сразу туда, где у меня кабачки, баклажаны. О, кабачок, баклажан, все имеется. Давай, расти, родной, расти. Баклажан. А у меня фасоль же где-то была, или... Я помню, что есть такая фасоль. И она самая питательная, но у меня, походу, нет. Блин. Походу, нет у меня фасоли. Окей, буду выращивать, что есть. Железо, вода. Алюминий у меня есть. Алюминий, железо, вода. Это мне пока не надо, я это все складываю. А вот это мне надо, вот это мне надо. Алюминий надо, это не надо. Это я вдруг помру просто. Два алюминия. Железо. Алюминий, железо, вода. Железо. Железо. Три. Три алюминия, три железа, три воды. Так. Вода. 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 Все. Алюминий, железо, вода. Оп. Надеюсь, энергии хватит. Да ёшки-матрёшки. Алюминий, железо, вода. Вот тебе и вода. Алюминий, железо. Или построить. Блин. Ну мне надо. Я помру без еды. Я и так помру. Ладно, пока не буду строить. Потом построю. Воду возьму, это сюда. Кислорода мне пока одного достаточно. Алюминий, железо, вода. Запомним это как молитву. Железо, магний, кремний, кобальт, кольт. Ой. Опять летят. А мне надо за ресурсами. Магний. Не бей меня. Кобальт. Кобальт. Мне надо много кобальта. Кобальт. Кобальт. Что там? Алюминий, кремний, магний, железо. Магний. Магний. Кремний. Кремний. Железо. Магний. Ну и вот это понятно, что было. Место в инвентаре есть. Мне еще на железо надо место оставить. Где железо? Дайте мне железо. Железо, спасибо. Спасибо за железо, но мне этого мало. Дайте мне еще железо. Пожалуйста, дайте мне железо. Ну дайте.
Вам сложно, что ли? Пойду под метеоритами искать. Там-то должно быть железо. Вот железо. Вот железо. И вот железо. Магний. Давай заберу. Чё там все? Железо должно хватить. Должно хватить. СО2 заканчивается у меня. Может, добегу, да вряд ли. У меня есть баллон. Не проблема. Один баллон я с собой брал. Вот возьму еще льда. Водички попить сделаю. Ох, беда. Сложный какой-то денек выдался у меня сегодня. И 71 тысяча терраформирования. Это неплохо. Значит, что мне надо? Еще раз смотрим. Алюминий только надо. У меня он был... где-то. Вот у меня один алюминий. И вот у меня еще алюминий. Мне надо что-то куда-то сложить. Вот это вот сложу. Так, 2, 2, 2. 1, 1, 1, 1, 3. На 3 хватает. Погнали. Хотя бы лестницы работают, пока я тут без электричества. А то бы они еще отключились и все. И кранты. Так. Недостаточно. Чего я там понаставил такого, что у меня... Все закончилось. Даже этого не хватает. Это вот эти вот мои погребки так жрут энергию? Или у меня энергия уже восстановилась? Просто я что-то там недопонял. Все. Я 3 построил. О, халява. Мое. Оп. Не, все работает, все заработало, это отлично. Терраформирование погнало. 42% до голубого неба. Как мы видим, даже минимум рецептов я еще не открыл, еще их очень много. Прямо миллиарды, миллиарды рецептов еще нам открывать. Овощички мои растут, пока больше трогать их не буду. Даже не знаю, что мне делать. Да. Я думаю, заканчивать на этом серию. Как мы видим, небо уже практически голубое. Терраформирование сделано на 50, грубо говоря, процентов, да? Ну, почти 50. И ситуация у меня крайне тяжелая из-за отсутствия еды. Я надеюсь, что мои овощи будут хоть как-то готовиться побыстрее. Обезвоживание не проблема. Хоть с этим у меня проблем нет. Да, я все-таки жду ваших решений по поводу данной игры в комментариях. И увидимся, наверное, в следующей серии. Мне бы хотелось продолжать ее снимать, потому что игрушка действительно очень интересная, очень цепляющая. Но опять-таки буду ориентироваться на большинство. Так что прошу всех пройти в комментарии и отписаться по поводу данного вообще произведения. Всем спасибо за просмотр, а я тут пока займусь переставлением сундучков. И всем пока-пока.